части сможет продолжить борьбу уже в серии 3-3. Вместо ворот их занимает Тибо Херботс, представляющий бельгийский Сент-Трюден. Будет матч приходить с постоянными атаками бельгийцев. Наши парни, видим, тоже стараются очень активно идти в атаку при первой возможности. Но здесь опорные полузащитники немножко не успели. И сейчас есть возможность для хорошей атаки у бельгийцев. Ой-ой-ой, как опасно было. Но здорово, здорово играет сейчас центральный защитник сборной Беларуси. Кубок развития – это турнир юношеских сборных. Сборных игроков не старше 17 лет, 2001 года рождения преимущественно. Сборных представляют, представлены 7 команд, имеют возможность добиться успеха на Евро, то есть они прошли в этот элитный раунд. Ох, первый момент белорусов, здорово сейчас было! Очень быстрые. Каши, хорошая передача, очень хорошая передача сейчас была на оставленного Артура Алимерша, но игроков серии А это Дрис Мертенс, который начинал восхождение к большим высотам именно в составе ПСВ. Ой-ой-ой, опасно, и 1-0, к сожалению, для нас сборная Бельгии счет открывает. Нет, не будет защиты этот мяч. Нарушение на игроке фиксирует, на игроке нашей команды, на защитнике фиксирует Виталий Нехимовский. К вящему разочарованию Анди Каши, уже готов он был праздновать и также показал, что гол будет засчитан. Тем не менее, сфалил один из его партнеров, номер 9. Очень-очень неплохо он играет ногами. И хочется верить, что вырастет в действительно сильного, крепкого форварда, который весьма дефицитный в нашем футболе. Ой, сейчас очень опасно может получиться! Дефис подхватил мяч, уследует мяч. Девескиба потащит его дальше. Прищепа Девескиба. Что-то интересно намечается. Никифоренко взрывает он свой фланг в этой игре. Здорово, прострел. Ой-ой-ой, есть момент! Прекрасная возможность сейчас была. Не попадает наш центральный полузащитник в ворота. Хотя находился он действительно на крыльях. Пронеслись они. Девескиба здесь здорово мяч протащил. Ой-ой-ой, сейчас ответная атака. Едва-едва, едва-едва сейчас мяч. Прострел на ближнюю штангу. Очень опасно сейчас было. Амбайо выходил на этот мяч и переадресовал его в центр. Отлично мяч прокатывает. Прищепа насобирает так скоро очень солидную сумму. Второй раз он прокатывает мяч таким образом в матче. Ой-ой-ой, сейчас супер опасный момент был. И едва-едва мяч не влетел в сетку ворот бельгийцев. Вторым темпом удар дальний. Попытался сейчас Иванютенко пробить. Форвард, поигравший во многих топ-клубах, в том числе и в Милане, и в Роме. Также еще один итальянец, Давиде Сантон, также играл на Кубке развития несколько лет назад. Сейчас основной защитник Миланского Интера. А вот сейчас попытка была Лузана пробить издалека. Не хватило немножко взаимопонимания нашим парням. Основное время матча закончилось. 3 минуты добавляет главный арбитр встречи. И именно столько будет продолжаться матч! Давыдскиба гол! 1-0! Здорово! Роман! В последних минутах встречи на 81-й минуте. За пару минут до конца встречи опорный полузащитник шикарнейшим образом открылся Давыдскиба, вошел в штрафную, ни единого шанса он не оставляет. Тибо Хербо. 1-0 сборная Беларуси ведет в этой встрече. Штрафной удар. Тем не менее, наши парни очень-очень близки к тому, чтобы добиться успеха. И они его добиваются. Поздравляем вас, дорогие друзья. Сборная Беларуси в очень непростом, напряженном матче одерживает победу в рамках второго игрового дня в группе А. 1-0 над сборной Бельгии. Напомню, одними из фаворитов нынешнего турнира.